Мы сейчас находимся в месте, которое называется Riverview, вот, штат Флорида, город Брэндон или Riverview. В разных картах, разных GPS он по-разному пишется. И вот мы находимся в таком комплексе, в центре которого находится вот это озерцо, и вокруг такой, можно сказать, поселочек с такими интересными строениями. Это вообще жилой комплекс, так называемые apartment buildings или apartment, то бишь квартирки. Вот каждый такой, как бы это сказать, с балкончиком, с такой башенкой отделение, это вот квартирка, которая двухкомнатная. Они все стандартные, в каждой квартире находится, ну, дословно, две спальни, одна гостиная, и в каждой спальне еще по санузлу полностью, так сказать, экипированному. Можно сказать, две семьи даже могут находиться в каждом, в каждой квартире. А вот в озерце тут даже некоторые местные жители видели крокодильчиков. Здесь водятся большие достаточно рыбки. Вот я сам видел сома или сама, catfish на английском языке, то бишь рыба-кошка с усами. А где-то, наверное, сантиметров с 20. Вот. Вот рядышком проходит там такой достаточно, я думаю, аудиоощущаемый шум. Там проходит... Это не хайвей, это вот такая, как бы сказать, улица, достаточно крупная, с тремя рядами в каждый конец, со светофорами, поэтому их идет шум такой достаточно большой. Ну вот, вот обзор, небо голубое, май, сегодня было душновато, середина мая, 95 по Фаренгейту, но сейчас к вечеру вот неплохо.